дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофе, Варпать, Фрэш и Алекс Фокс. И сегодня у нас будет «Беги или умри» в GTA 5 Online. Я бы хоты щекай. Хоты, всем здорово, ребята! Эй, братишки! Так, ну что ж, сегодня, ребята, у нас вот такая вот тропа, которую мы должны пройти с пацанами и, конечно, добраться до конца живыми. Вот, ну ой, там машина... Ой, что? Вот что? Что происходит? Тут уже какие-то баги просто в самом начале. Ой, что это лазарь? Саня! Ты зачем так рано? Скажи, пожалуйста, Саня, в отставку. Свалил отсюда. Ай, сука, на меня упал. Не-не-не, стой. Уходи. Бегом. Давай. Нет. Тихо. Да блин. Нет. Отлично. Все, просто какая чистый раунд, одна минута. Опачки, ребята, а теперь наша, наша очередь бежать. Где? Да, это он смысле, сказал, что будет хоты. В смысле ваша очередь бежать? Мы вам сейчас, пацаны, пройти, конечно, не дадим. Вы до конца не пройдете. А что, Кирилл противоположный команде? Да, жопа ему. Так, Кирюха, вы где? Сейчас посмотрим. Ну давай, а вы хотели там встали? Выходите давайте, что вы там стоите, ребята, а? Ой, побежали, да, подпили. Сука. Давай, почти получилось. Так, ладно, хорошо, срочно обратно, давай, срезай. Так, сейчас, пацаны, нет, вас не получится дойти до конца, даже не думайте. Да, получится, я уже половину пробежал. У меня для Кирюхи сюрприз. Вау! Так, и где вы? Ладно, ему чисто повезло. Аккуратненько. Вижу. Кирилл, сюрприз. Давай, почти! Почти получилось. А что, Кирилла еще не убили? Сюрприз, Кирилл, сюрприз. Блин, там Кирилл на самом деле почти вниз сейчас упал. Я видел, там прям на волоске висел. А хочешь я могу столкнуть? Меня лобковым? Нет, Кирилл, убил. Ты должен был там... Тихо. Так, вот, вижу, бегает. О, еще там да! Сука! Наконец-то! Он упал вниз? В смысле он не упал вниз? Что? Что там? А, я уже разбился. Все, я расплющил. У нас два чувака осталось. Так, осталось двое. Подожди, стоп, там один что-то не до конца дошел, что ли? А он, по-моему, дошел, подожди, сейчас смотрю. Не-не-не. Это Болтов, забей. А, это Сережа, тогда ладно. Сережа у нас будет потом отдельный разговор. Так, что, где кто? Опа, давай! Он ушел? Рифиол, да беги. Как он выжил, скажите, пожалуйста, а? Блядь, я думал, это человек. Так, а, не, Саня, это манекен. Давай. Блин, не смог. Так, ладно, снова забираемся наверх. Блин, капец, на вас много. Но осталось двоих, только убить, пацаны, давайте. Мы можем это сделать. Они не могут пробежать. Причем я одного почти скинул. Он улетел, но улетел назад. Так, о, вижу. Так, здрасте. Здрасте, ну и чё вы стоите тут, а? Что вы тут стоите, отдыхаете, а? После такого долгого забега. Давай! О, всё, давай. Вот сучка! Так, ты его не задел. Тихо! А он тебя пометил снежком. Да. А я сейчас развернусь просто и вот так вот, смотри. Блядь, я думал, он добьётся. Опа-на! Так, стой. Вот так вот! Ну и чё ты не... Ну давай, да чё ты... Беги! Да ну куда ты, господи, что ж так долго-то, да беги, там никого не бегает. Чё они так долго стоят на месте, я вот реально понять этого не могу. Помнил я. Справа тебя. А на чём? Так ты ездил! Он упал, ну наконец-то! Ну наконец-то он упал! Так, осталось... Вот, Рифёр! Да! Как он не умер, что? Я врезался на полной скорости в него. О, а где он гонять? Я не вижу. Все. Он упал. Так, мы должны пройти эту тропу. Поняли? Пройти эту тропу до конца. И не важно, что ожидает. Кто не пройдет, тот гей. Так, Саня, давай без этого. Саня, я, конечно, хочу пройти, но немного не уверен, что получится, понимаешь? Так как там много, знаешь, рандомных факторов, которые могут повлиять на твое прохождение. Так, вот уже. Так, тихо. Вот так. Так, хорошо. Так, сюда. Снег усложняет вообще. Снег реально усложняет, ребята. Во-первых, тачки. Там просто перед моим лицом машина пролетела только что. Так, нет, стоять. А почему мы в шортиках? Ведь снег, зима же, холодно. Тихо. Вообще не по погоде, шапку никто не надел, пацаны, почему? Так, давай, беги.
Так, Саня. О! Чё ж так все так быстро летают? О! Кирилл, это было очень близко. Это было прям супер близко. Остановись! А вот всего нет, все, я в домике. Ё-моё. Нет, все, я дальше не пойду. Дальше не пойду ни за что, ни за что. Всё, дальше не хочу идти. Сейчас мы перегруппируемся. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Уходи, уходи. Тихо. Так, подожди, где он? Блин, хватит меня трогать. Отстаньте от меня, пожалуйста, хватит. Это кто? Кто на машинке? Это я, меня превратили. Я не знаю, как мне попадать. Кирилл! Меня превратили в машинку. Я почти дошел до конца. Да, вот еле прохожу. Не считается. Так, Олег, встанешь сейчас передо мной рядом со своей машинкой, ладно? Хорошо, да, подожди. Сейчас, секунду, так. Сейчас бы только разлагать немножечко. Нормально. Он тебе покажет, что я не верю. Вставай перед желтой машиной. Нет, встань рядом, рядом с ней встань. А, просто встать рядом, окей, так, хорошо. Что там приготовил? Спокойно. Интересно, она моя. Так, и что дальше, и чего, и... И все, в этом была магия вся. Да ты серьезно, Макс, ты понимаешь, сколько... Не, стой. Дай хотя бы в машину сесть. Так, нет. Встаешь, думаешь? Прикинь, если б я упал, я почти остался на этой тропинке, ты прикинь? Почти рассчитались. Так, ладно, Макс, все, нам надо рваться в бой. Так. Сейчас мы, значит, разгончик возьмем. Всех поскидываем. Так, кто у нас там стоит? Так, Саня. Серьезно, не задел-то как? Так. Ладно, хорошо, попробуем еще раз. Сейчас поедем, сейчас помчимся. Тихо. Так, Кирюха, ты мне надо там тащить. Не надо. Максим, ну нечестно. Не смешно. Как он не упал? Да ну как? Так взлетел просто вообще. Как он не упал? Я его должен был задевать. Ну я почти умер. Так, Саня, давай вместе, просто врываемся в бой. Тихо. А вот один бегает. Да ты издеваешься, что ли? Да как? Да тут невозможно с этим снегом играть, но реально тачку заносит. Управлять ей сложно, попасть по кому-то сложно. Эй, блин. Давай. Так, а кто остался-то у нас тут? Я остался. Давай! Хорошо. Олег, ты должен расплющить. А где Кирюха у нас? Где у нас Кирюха? Так, сука, слово сложно. Так. Я уже все, да. Давай, да блин! Нет! Ой, все, пацаны, ГГ, пацаны, сваливаем. Так, Сережа, уйди, пожалуйста, с дороги. Нет. Сережа, отойди. Да, Серега! Нет. Да что ж так все сложно-то? Давай, уходите. Уважаемый, полиция Лос-Анджелеса. Просто уходите оттуда, пацаны. Полиция Лос-Анджелеса. Максим, давай, да! Сталкивайся. Да ты не упал, почему? Да! Красавчик. Чего там делаете? А мы этой пушкой расстреливаем. Я залетел на платформу и просто догнал. Нет, ты. Серьезно? Красава, Саня. Так и надо. Ну что, пацаны, еще одна очередная победа. Найс. Мы свапнулись командами. О, Кирюха, привет. Наконец-то в одной команде. Отлично. Хорошо. Сваб делают только мотором, когда машины меняют на более мощный мотор. И вот давайте делают это нормально, только в Инстаграме. Подожди, потому что колонна ведет обезьяна. Да, что назвать обезьяну, которая первая бежит? Нормально. Это предводитель нашей команды, пацаны. Да, команда обезьян. Это самый умный из нас. Да. Наверное, да. Тихо. Побежали. Давай, бегу. Я надеюсь, что сейчас получится до конца дойти, потому что это реально хардкор очень. Так, тихо, Саня, подвинься. Саня, давай, двигай буками своими быстрее, давай. А в чем смысл мне это делать? Так, в смысле, мы... Стой, Саня, все, походу, ГГ. Чувствую рядом. Чувствую, сейчас будет что-то. Саня. Обезьяна. Обезьянка, давай, спаси нас. Давай. Не. А это что такое было? А как это? Справа, Олег. Ух! Занка! Неждан прилетел. До этого
вообще нереально предсказать. Это надо смотреть, это сколько глаз должно быть. Это почти 60 прошел, реально почти прошел, почти прошел. Надо. Ну вот это уже, конечно, Тотило посерьезнее. Да, Макс, давай, погнали. Ты же со мной сидишь, да? Да. Макс, ой, хорошо, ой, хорошо. Ой, чувствую, сейчас всем хана будет просто на этой машине. Она сейчас просто всех разрубит, всех поломает. Пацаны, я на вашем месте. А что там происходит у вас? Смотри, просто удар. Тихо, ну давай, подойди. Пацаны, давай. Кто первый рискнет, смотри. Опа! Я могу в голову выстрелить, хочешь? Не на Сережа, зачем? Я помогу. Тихо. Мы так идеально стояли, Серега. Мы реально так идеально стояли. Вот надо было. Так, спокойно. Капец, ее заносит. Ее заносит, капец, вообще. Так, ладно, будем надеяться на то, что. Давай, газуй. Так, спокойно. Да, а что, они вообще выжили-то хоть или нет? Так, ого. Сань, нормально? Серега спокойно походочка идет. Да, сейчас. Здрасте. Да, ты его перелетел. Да ты как не задел-то? Сейчас оденем. Смотри. Давай, я ему лоу хп оставил, давай, тебе просто его столкнем. О, убил! Нормально. Убил, и Фёра. Я застрял. Там один почти дошёл. Нормально. Сейчас выйдем. Нормально. Не, ну слушай, конечно, тачки классные, крутые, мощные, убийственные, но под снег они не предназначены, а то их очень-очень сильно заносит. Я убил его! Еще есть. На маленькой тачке. Ты на маленькой тачке его убил, что? Да. Так, пацаны, там еще один есть. Я не знаю, на этой тачке... А, все, найс, победа. Изи-пизи, лемон сквизи. Так, вот, за собакой бежим, она должна показать путь. По-моему, это не собака, по-моему, это волк вообще. А там дракон вообще. Не воет, Олег, анатомия, ой, какая анатомия, биология. Так, погоди, стой, я слышу, как она воет, погоди. Не, а, это собака реально. Это кошка. Койот, кошка. Кошка чего? Кстати, ты нормально тут? Слишком пышный хвост. Ой, ладно, неважно, кто это был, пацаны. Все, сейчас вы должны дойти до конца. Ой, слушайте, меня так раздражают наши эти треники, в которых мы бегаем. Так, давай. Банда вперед! Давай. Не останавливаемся. Давай. Мне Олег уже раз 20 должен был упасть. Тихо, Саня! Пока. Не сталкивайте меня. Так. Пацаны. Я видел, он не хотел умирать. Тихо. Прыжок. Парни, пожалуйста, бегите, пацаны, пожалуйста. Что это за мясо? Сейчас только что было такое. Я выиграю. О, чувак, минус. Давай. Ну и, конечно, спустя миллион попыток у нас все-таки получилось дойти до конца. Да, но по закону подлости что-то должно было пойти не так. И как только я пересек финишную черту, у меня вылетает игра. Прекрасно, обожаю GTA. Ну что ж, друзья, предлагаю на этом сегодня закончить наше видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Алекс Фокс, Фреш и, конечно же, Варпач. Не забывайте подписываться на все наши каналы. И, конечно, ставить лайкусики под видос. Это самое, это очень-очень важно. Вот, поэтому, друзья, все. Надеюсь, вам все сегодня понравилось. До скорой встречи, всем пока-пока.